Сегодня мы порадуем себя салатиком из одуванчика. Осень, одуванчик готовится перезимовать, чтобы весной доставить нам массу неприятностей с прополкой. А сейчас он выпустил свежие листья, идеально подходящие для витаминного салатика. И нужно пользоваться великолепными возможностями, предоставленными нам самой природой. Во Франции одуванчик культивируют, потому что садоводы поняли, что и бесплатное может быть бесценным. А индийские йоги дрогнули, узнав, что их Диаскорея Дельта Идея, близкая по свойствам одуванчику, все-таки уступила нашему дичку по полезным веществам. Вот эти три ингредиента, которые мы будем использовать для приготовления нашего изысканного салата. Порежем нашего зеленого друга мелко-мелко. Он очень сочный и, как говорят индусы, насыщен не только полезными веществами, но и праной. Этим и отличается свежий продукт от того, что вытащили из морозильника. Вот одуванчик порезан. Грецкие орешки мы растолчем в ступке. Готов грецкий орех. Осталось взять майонез и заправить наш салат. Наш роскошный салат готов. Еще раз скажу о том, что одуванчик обладает великолепными свойствами. Это лучший друг печени, который помогает печени работать и очищать кровь. А также в нем содержится фосфора больше, чем во всех листовых овощах. А значит, у вас и ваших детей будут всегда здоровые зубки. Вкушайте и наслаждайтесь. Подробности на сайте «Экзотика. Стиль жизни».